15 мая уже более 20 лет во всех странах мира отмечают Международный день семьи. Для Четышиновых этот праздник особенный. В этом году они перешагнули 10-летний юбилей супружеской жизни, рассказывает Дарья Идиатулина. Вот вы все мужчины. Кто? Все папа, деда. Они помнят каждый важный момент, проведенный вместе. Как начиналась их совместная жизнь, как познакомились и поженились. Юлия и Станислав Шиновы соединили судьбы воедино 10 лет назад. По их словам, все произошло банально, как в кино. Ну, история у нас, как у всех, банальная. Познакомились, посвящались на улице, пообщались друг другу, понравились. Начали встречаться. Встречались за 2 года на расстоянии, так как супругов на тот момент, еще в 2008 году у меня заканчивал университет. Ездил к ней в гости. Через 2 года после знакомства пара сыграла свадьбу. Станислав вспоминает, что в этот день стоял сильный мороз за 30 градусов, но их согревала сила любви. Сегодня в семье Шиновых 3 детей. Сыновья Данил, Илья и дочь Маргарита. Я отношусь к своей семье с лаской, с любовью. Почему? Потому что семья – это для меня самое важное в жизни. Самое главное у меня – это та семья, что в семье есть отец, мама, брат, сестра, все, кто мне дорог. Семья Шиновых – активный участник городских культурных и спортивных мероприятий. Об этом свидетельствует обширная коллекция дипломов, грамот и кубков. Для Станислава и Юлии семья не просто статус или социальная роль. Это тепло домашнего очага, уют и нескончаемая любовь. Поэтому День семьи для них один из важных праздников. Наш праздник проходит в тесном семейном кругу с бабушками и дедушками дома, за чашкой чая, с тортом, с ужином. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие каждой отдельной семьи – это основа развития и прогресса всей страны. Дарья Диатулина, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.